Добрый день, уважаемые подписчики! Приближается год кролика, поэтому я решила сделать салатик, который кролику бы очень понравился. Капустный, из китайской капусты. Для этого мы купили качанчик капусты китайской хорошей, укропчик, лук зеленый, майонез, перец и кукуруза. Приступаем. Капусту я помыла предварительно. Листья я отдирать не буду, а буду сразу прям нарезать. Потому что капуста это не кочанная, обычная. Она очень нежная. Поэтому я ее сразу вот так вот буду нарезать. Неважно какими полосками, какой ширины. Главное порезать. А там на ваш вкус. Кто любит помельче, кто покрупнее. Но она очень нежная, поэтому лучше так порезать. Так, немножко ее присыпаем солью. Прям слегка. И немножечко ее помнем. Слегка. Вот. Потому что она нежная, это не белокочанная капуста, которую можно силу применить, чтобы она сок дала. А так немножечко пересыпаем в миску. Заранее я нарезала перчик, ну, чтобы не занимать долго время. Перчик сюда небольшой. Порежем, слегка перемешаем. Вот одного достаточно перчика. Так, сюда же немножко, пару ложечек кукурузки для цвета, чтобы повеселее был салатик наш. Так, и сюда немножко укропчика добавим. Много не будем, немножко. Вот так перемешали. Добавим майонеза. Кто сколько любит. Вот салатик перемешали. Две ложечки майонеза как раз хватило. И сверху зеленым лучком посыпем. Салатик готов. Я думаю, кролик будет очень счастлив отведать такого салатика. Ну, а заодно и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски. Всего вам доброго!